Итак, продолжим. Это ВО-камера. Вот такая вот коробочка. Вот такая вот коробочка. Маленькая. Но большие стоят деньги. Да? Но маленькая, но по большой цене. В Черную пятницу стоила 50, я заплатила 50. И буквально вчера я захожу на сайт NVIDIA. И что я вижу? Она стоит 65. Вы не поверите. Я, наверное, еще больше убедилась, что я правильно сделала, что я купила. Я была в восторге, что я купила. Я не буду технически рассказывать, что в ней находится, как и что. Если у вас будет это, если вы хотите такое видео, чтобы технически разложить и рассказать об этой камере, пожалуйста, дайте знать в комментариях под видео. Ставьте обязательно лайки вверх. Если мы наберем очень много лайков по этому поводу, получается, я не буду ставить сейчас количество, сколько лайков, да, чтобы не ограничивать возможности, наши с вами возможности. Но если будет очень много лайков, значит, я буду понимать, что вы хотите, чтобы я сняла видео, техническое такое видео по этой камере, чтобы прям вот полностью рассказать об ней. И тогда я подготовлюсь и это сделаю обязательно, я вам обещаю. Так вот, значит, вот такая вот камера, на нее я снимаю. Сейчас я вам покажу ее в зеркале. Я здесь сижу за своим журнальным, туалетным столиком, конечно же, журнальным, туалетным. И у меня здесь есть зеркало, я вам обязательно покажу это в зеркало, эту камеру, как она выглядит. И к ней также я купила буквально, да, и когда я покупала эту камеру, мне дали, то есть начислились на карту NVIDIA бонусы. И эти бонусы составляли 2000. Это еще один такой, так сказать, подарок. И что я сделала? Я пошла и буквально пару дней назад купила штатив, штатив именно Сонька. Он будет универсальный у меня, к этой камере, к новой, к экшен, которую я очень-очень верю, что куплю, потому что ездить, путешествовать, гулять, снимать красоты я очень тоже люблю. Вот, и именно купила штативчик, который можно ставить как тренога, я тоже сейчас на нем стоит как раз моя камера, и в руке он хорошо держится, и как раз... Ну, давайте я вам сейчас покажу прям все в зеркале, и вы все увидите. И вот я в зеркале. Не обращайте внимания, там у нас расправлена постель моя. Вот, там у нас стол. Наш шикарный стол, который очень обожаю. Значит, вот эта вот камера. Вот такая вот она. Маленькая, удобненькая, лаконичная. А, конечно, можно подумать, что где-то может быть как бы... Первое время было страхи держать ее на руках. Вы знаете, это как с маленьким ребенком. Когда рождается маленький ребенок, и ты его боишься взять на руки, ты боишься с ним там что-то ему сделать, переодеть, а потом ничего, нормально привыкаешь. Это то же самое. Да, такое у меня немножко сравнение. Ну, так как я мама, поэтому. Вот, и здесь такой появляется экранчик, поднимается, да, в котором вы можете видеть, как вы снимаете, что вы снимаете, что вы делаете. Есть фокус, который приближается ближе, дальше. То есть, вот, пожалуйста, да? Ну, так, общие черты я вам показываю. Вот, экранчик ставится на место. Вот, и такой вот штативчик. То есть, как бы, штатив очень удобный, очень классный. Я очень его хотела, потому что мне он нужен был. Обязательно он такой ставится на три ножки. Так вот. Ну, я думаю, что вы видели эти видео, увидели эти, как бы сказать, отзывы по этому штативу. Очень все качественно, очень все добротно. Материал очень качественный. Ну, это, я так думаю, пластик какой-то там. Но он такой прям, знаете, очень прям, ух. И вот так в руке держится очень удобно. Держится в руке. Вот сюда ставится, кстати, есть такая насадка специальная для маленького экранчика, для экшн-камеры, если... Больше всего мне нравится, что вот здесь вот крепление достаточно классное. Не боишься за камеру, что она упадет. То есть, как бы, хорошо, можно как бы ее направлять, куда вам надо. Ну, вот такой вот.
И получается, штатив, он стоил 4 тысячи, а мне обошлось он за 2 тысячи, потому что вот эти бонусы, 2 тысячи я списала в пользу этого штатива. Ну, я думаю, что такой штатив за 2 тысячи, ну, крайне редко, где вы можете встретить. Я даже на китайском сайте смотрела, он стоил 3 тысячи. Так, возвращаемся обратно. Возвращаемся обратно. Итак, продолжаем. Ну вот, значит, вот эта красавица, вот эта вот малютка, вот эта моя красавица-красавица, она у меня теперь в моей эксплуатации. Я думаю, что она мне будет... Я не думаю, я уверена, что она меня будет радовать каждый день и прослужит мне очень-очень-очень долго. Вот. И дали ему год. Вот, если, кстати, вы смотрите мои видео или вы зашли первый раз на этот канал и слышите постоянно какие-то слова-паразиты, вот, значит, или еще что-то, не обращайте внимания, пожалуйста, я над этим очень сильно работаю. Ну, вот так вот получается. И последнее на закусочку, что я вам хочу показать. Бам-бам! Посылочка. Моя посылочка. Это белорусская косметика. Как, что произошло? Я живу город Москва. Я никак не могу найти магазин, целенаправленный именно на белорусскую косметику. Есть магазины, в котором, допустим, продается все мыльное, рыльное, там, да, шампуни, все-все-все-все, и там что-то часть где-то разбросана белорусская. Там, ну так вот, частями. Конечно, это не очень удобно, потому что не понимаешь, что у них есть, а что у них нету. Естественно, сейчас такая система, что все направлено на интернет-магазин. И в интернет-магазине ты найдешь все, что угодно. Но это интернет-магазин. Ты не видишь, ты не слышишь, ты не щупаешь, ты не нюхаешь, ты вообще ничего не видишь. Я не до конца как бы такой человек интернет-магазина, понимаете? Потому что все равно хочется это ощущать, когда ты покупаешь. И хочется это тут же и сразу и здесь. Но! Значит, такого магазина был у нас маленький магазинчик, и когда пошла туда вновь пару дней назад, он закрыт. Да, аренда съела все денежки. Но мне пришлось как бы выходить из положения, я начала искать рядом, там, в Яндекс.Карте, везде лазила, смотрела, может быть, что-то есть, ничего не нашла. В итоге я залезла все-таки в интернет-магазин, и по отзывам, многочисленным отзывам, также отзывам, которые люди им пользуются, и так, люди, которые оттуда заказывают, это сайт Белорис. Я сделала себе ну, такую маленькую, так сказать, посылочку, заявочку. Вот я еще даже ее не открывала. Вот этот вот такая посылочка, сайт Белорис. Что могу сказать, что шла эта посылка с города Воронеж. И, значит, посылка мне обошлась 1857 рублей. Там мало, там несколько позиций масок и кое-что из декоративной косметики. Сейчас я вам все покажу. Я очень люблю... Чем больше я им пользуюсь, белорусской косметикой, я поняла, что я очень мне понравятся маски. Туники, да, мне нравятся, хорошо, классно, но есть как бы туники в других линейках тоже достаточно хорошие, недорогие, это корейская косметика. Мне нравятся туники и виши, но вот именно маски меня очень подкупают, и тем более цена небольшая, вы все это знаете, мне подкупают, и мне очень сильно нравится, потому что ну, вот маски классные. И я заказала здесь масочки. Крема я больше люблю, конечно, сайт iHerb, много что заказываю. Но вот маски, белорусская косметика. И я заказала три позиции декоративки. Сейчас вы все увидите. Давайте ее вместе, не буду вас томить, откроем. Так. Откроем, и мы с вами, я вам покажу, что именно я заказала. Значит, вот такая вот посылочка. По поводу доставки. Значит, 12-го я сделала заказ. 13-го мне отзвонились, подтвердили, мы обсудили доставку, все. И 13-го они отослали, и сегодня 15-е я ее получила. 13-е, 14-е, 15-е, 3 дня доставки шло. Это просто очень классно. Через компанию СДЭК идет доставка. Там есть через Боксбери, но у них дороже доставка. 250 рублей, 248, 250.
Через ДЭК 165 рублей доставка вышла, но это ни о чем, как бы это мало. В принципе, это мало. Значит, открываем посылочку, лежат все мои позиции. Вот такие вот. Их немного, поэтому я отдельно видео не стала снимать, потому что, как бы, ну, сами понимаете. И то, что я заказала, я ни разу не пользовалась. Ни разу не пользовалась. И во время пользования я вам буду рассказывать, как, что и что мне нравится. Давайте начнем с глазок. Я заказала для глазок, у меня закончились все крема. Остался там вот этот вот невеевский. Ну, просто увлажняет, и все, я его наношу на ночь. Значит, компания Bitex, лучшие рецепты, бальзам-маска для контура глаз против морщин и отечности зеленым чаем, петрушкой и огурцом. Разглаживает кожу век, уменьшает темные круги и отечность, придает сияние взгляду. Срок годности 2 года, 30 мл, получается в 2018 году. Все с этим хорошо. Вот такая вот. Так, камон. Ну что? Сейчас будем тратить время на это, да? О! Вот такая вот у нас масочка. Открываем, открываем. Все запечатано. Запаха никакого нету. Это масочка для глаз. Попробуем, посмотрим. Первый раз беру. Значит, что я сделала? Другая масочка, значит, не масочка, вернее, мезомаска для век. Это мезокомплекс, безинъекционная процедура ухода за кожей лица. У меня есть тоник, у меня есть мезоскатка, мне очень нравится это направление. И я решила попробовать именно для век. Гиалуроновая кислота, масло лесного ореха, ну еще какие-то там у нас... Какие-то еще там у нас эти. Значит, Белита, компания Белита, марка Белита. И здесь у нас идет после 30, 40, 50. Короче, для всех. Вот такая вот коробочка. Ну что там, фокус есть у нас? Ну как-то это долго все. Давай, малышка. Малышка, малышечка моя. Ой, сейчас мы ее откроем. Вот в таком большом тюбике лежит маленькая вот такая вот штучечка. Ой-ой-ой-ой-ой, полилась. Давайте вот что-то полилась, так полилась. Мы ее сейчас нанесем на ручку. Ну, такой, знаете, легкий. Очень вкусно пахнет. И такой достаточно прозрачный это, ну как? Как гель. Не гель, но такой вот он. Неплотный. Вот такая вот штучка у нас с вами. Будем пробовать, будем смотреть. Будем бороться с нашими припухлостями, синячками и так далее. Это то, что касается век. Дальше. Взяла также из этого направления, из меза направления. Тоже у нас компания Белита получается. Мезокомплекс, мезомаска для лица. Ну, коли у меня есть тоник, то коли у меня есть мезоскатка. Теперь у меня есть мезомаска и подглазки. И вообще прям шикардос. Значит, взяла, будем пробовать. Следующее. Bitex. Это была Белита, это Bitex. Давайте с Белита вот это вот. И дальше. Да. Белита. Магия Марокко. Преображение маска пилинг для лица с глины гасул экстрактом моринги. Для всех типов кожи. Глубоко очищает, выводит токсины, снимает маску усталости, выравнивает тон кожи, сужает поры. Сужает поры. До 2020 года 100 мл. Вот такая вот. Решила попробовать, зная по отзывам, что всем нравится. Я тоже решила попробовать, посмотреть, как оно будет. Еще раз повторюсь, что мне масочки очень нравятся. Во-первых, очищает, сужает поры, снимает усталость. Ну, вообще, грандиозно, грандиозно. Так специально наклеили, чтобы не протекла. Дальше, компания Bitex. У нас здесь 100 мл. Так, у нас срок годности нормально. Что у нас здесь? У нас... Гиалурон эффект контурной коррекции лица. Суперлифтинг. Ночная волшебная маска для лица несмываемая.
Ультраконцентрированная гиалуроновая кислота восстанавливает межклеточный объем кожи, подтягивает, укрепляет кожу лица и шеи, возвращает четкость контурам и разглаживает морщины. Только я когда заказывала, не увидела, что здесь написано 45+. А мне не 45+. И далеко не 45. Вот так вот. Но все равно, я думаю, она мне поможет. Вот такая вот маска. То есть на ночь ее наносишь, она не смывается. Ну что ты решила? Что происходит? Вот что происходит? Вот такая вот. Попробуем. Тоже закрыто. Слушайте, пахнет очень интересно. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Ну, подумаешь. Попробуем. А вот как что будет. Не знаю, что я хотела. Они вот такую специальную штучку здесь наклеили. Ну, этот скотч. Чтобы мне... А что, он не открывается так? Да вы что? Нет, ничем не пахнет Марокко. Хотела Марокко понюхать. И... Бам-бам! Что я взяла? Я взяла маску с кислотой. Это компания Белита. С эффектом салонных процедур нейромимическая маска после косметических процедур интенсивное омоложение для лица, шеи и декольте. Это номер 3. Почему номер 3 стоит? 75 мл. Срок годности тоже все классно. Там идет их первая, вторая, третья, четвертая, пятая. 5 позиций, которые надо подряд это все делать. И пятая очищает, обочищение, еще что-то. Но самый главный фокус, мне хотелось попробовать именно от этой вот этого направления. Именно маску. Она достаточно такая, я ее видела. На люди, которые делали, все закрыто. Она голубая. И посмотрим, потому что сейчас я внедрила себе кислоты в свой уход. Поэтому посмотрим, что там, как это будет все выглядеть, какой это будет эффект, какой будет результат. Так, и остается у нас здесь еще нам наложили-то. А, кстати, у нас здесь есть эта коробка. И пришло у нас... А, ну такой вот лист приходит. Плюс 37 баллов для оплаты следующего заказа. Вау! Круто! 9 было позиций. Ну такой вот заказ приходит, такая бумажка обычно. И последняя на закусочку, это декоративная у меня, декоративная, значит, то, что я решила попробовать. Вернее, помада, я уже знаю эффект и результат, да, такие вот две помадки. Это помада губная, жидкая, матовая, комплименти, нюды маты. У меня уже есть, я вам рассказывала, в номере 14. А теперь я взяла в номере 10. Давайте откроем, я вам покажу свотч. Номере 10. И в номере 16. Я у кого-то видела, она в таком коричневом направлении. Холодно. О, вау, девчонки, это вообще бомба, это мой цвет. Слушайте. Вообще круто. Вот смотрите, два сводча. Угу. Это 10, это 16. Он такой холодно-коричневый, немножко, может быть, с фиолетовым потоном. Не знаю, как на губах будет, но на руке вот так вот. Ну что, будем пробовать, будем смотреть, будем до 21 года. Все, у нас прям уйма времени. И последнее, это у нас черная тушь. Самая популярная, самая известная, самая бестселлеры, самая ходовая, самая куча отзывов. Самая-самая, это тушь для ресниц с подкручивающим эффектом. Объемная, Gold. Ну, короче, посмеялись все мы здорово. Реловис. Да? Как-то написано здесь. Вот. Что щеточка? Я не люблю силиконовые щеточки. Я люблю... Ну, щеточка классная, слушайте.
Ну, запах, как обычно, туши. И что самое главное, знаете, что я не люблю? Когда вот набираешь тушь, чтобы на щетке не было много туши, чтобы не сидеть вот это все не делать. Ну, классно. Там есть такой, наверное, препятствующий, да? Но будем пробовать, будем смотреть. Стоит вообще копейки, просто копейки, но отзывы шикардосные. Но будем смотреть, будем пробовать. Новая тушь у меня появилась. Знаете, что я сейчас хочу? Немножко как бы это... Хотите вы, не хотите? Вот эту помаду посмотреть. Ну, на губах все отлично, все то же самое. Слушайте, ну цвет просто бомба. Мне кажется, это будет самый ходовой цвет. Еще раз. Матовая помада. Комплименте. Ой, ну давай, дорогая, напоследок. Не хочет. Классная. Просто бомба. Мне очень нравится. Просто мне очень нравится. Вот такая вот я. Помада классная. Мне нравится. Помада очень хорошая, очень классная. Буду носить. По поводу масок все, что испробую, будем пробовать вместе с вами наносить во влогах, смотреть и отзывы. Все это вы получите, все остальное. Но буду на этом прощаться, потому что и так длинное видео. Но все равно я должна была с вами поделиться, порадоваться. Порадуйтесь за меня, пожалуйста, вновь вот эти новенькие покупочки. Я очень ждала посылочку с белорусской косметикой, которую я вам показала, и остальные покупочки, которые я сделала, они долгожданные. Поэтому я очень рада, что вы вместе со мной порадовались и посмотрели это видео. Не забывайте оставлять свои комментарии под этим видео. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Нас ждет многое, что интересное впереди. И берегите друг друга, любите друг друга. Всего хорошего вам всем. Пока-пока.